Серега, ну пожалуйста, не взрывай, говори, смот. Аллах Акбар! Привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, стаканчик King of Fire. Пацаны, скажите крутые слова. Всем привет! Сегодня мы играем на самой офигенной карте, это пиццерия FNAF 3. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Я сегодня буду играть за злобного аниматроника, а Серега уже строит бабушкины калитки, как вы и любите. Погнали! Ах ты говно! Это означает, что началось. А меня не убил. Наконец-то мы опять начали разыгрывать Гаррисмод. А если у вас уже Гаррисмод, вы можете выиграть 500 рублей на выбор. Так что заходите в мой инстаграм, ссылочка в описании. Все условия вы найдете там. Участвуйте и надеюсь, что кто-то из вас выиграет Гаррисмод. И вы сможете записывать со мной классные ролики. Например, как сейчас. Да, пацаны? Да. Ой, я что-то, знаешь, как-то калитку сделал. Серега, что-то. Если да. Вы сейчас, я буду прибегать и будет дверь открыта, я буду убивать вас. Я тебя понял, но она закрытая, уходите. Все, как тебе этот звук? Очень пугает ты, какаха такая. Так, я забыл, что ускоритель назвали толкатель. Толкатель, это напоминает толчок. Ну, толчок это в одно место. Закрыта калитка, я могу ее толкнуть? Лимит. Пошел вон! Закрыто. Это что у вас за огни такие в лицо мне? О, калитка открылась! От блин, буду пытаться как-то пройти. Ну-ка, ну-ка, открывай свою вонючую калитку. Она на одной нитке держится, Димас. Эй, какие вонючие нитки. Я просто А, еще хочу сказать, ребята, что я создал ТикТок, и ссылочка тоже на ТикТок будет в описании под роликом, так что заходите, подписывайтесь, там уже есть даже моя морда. Собачья. Собачья кишка, открывая двери. Блин, как же вам попасть? Блин, я же забываю постоянно, что есть еще одно место, которое можно пройти. Во, даже... Ой, как-то он странно двигает. Эй, вы тут тоже Ой, я могу... Ну что ты хочешь своим дурак? Ставьте лайк, если подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Так, тихо. Блин. Ваша калитка оторвалась, вы что за говно сделали? Калитка сколько. У меня на одной веревке держится, у вас. Так. Да блин, ты задрал, у тебя оружие сильно откидывает меня. А я специально взял такое. Уходи отсюда, тебе здесь не рады, Бонька. Так, карта FNAF 3 очень мне нравится. Серега, какая часть FNAF тебе вообще больше всех нравится? Мне нравится больше всего, конечно же, вторая часть. А чё? Потому что разнообразие аниматроников довольно-таки большое. Это в первую очередь. И механика измененная. То, что тебе приходится заряжать шкатулку, одевать маску и, ну, врубать фонарик, чтобы напугать, это, ослепить Фокси. Так, блин. Ах ты, говно, отвлекал нас! Да-да-да-да-да. Ребята, вы тоже напишите в комментариях, какая пиццерия вам больше всех нравится. Кстати, я каким-то образом проник вовнутрь. Как? Там щелочка была, челепиздрическая. Ты, мать! И убежал, мне нравится. Очень классный челик. Кстати, у нас есть мод на регулировку камеры. Смотрите, я могу сделать вот так вот. И камеру приблизить. О, смотрите, вообще близко. Ой, классно. Смотрим внимательно. О, я могу пройти здесь. Эй, я застрял. Эй, кишка, вставай. О, смог. О, я могу ТП-хаться. Классно. Так, давайте тихонько будем проникать как-то вовнутрь. Вот тут щелочка есть. Я прошел, смотрите, опять. Я, Серега, там прохожу в щелочку, я же маленький.
Какая щелочка, нету щелочки? Вот смотри, опа! А почему твоя пуля, это не крышка унитаза? Это что за баги? Бред какой-то. Унитазом Димаса замочил. Унитазом так беру по башке Димас. Ой, не буду этого брать челика, давайте другого возьму. Нет, нет, я другого возьму, я передумал. О, прикольный походняк, мне так очень нравится он, классно. Опа! Смотрите, какой злостный идет челик вам. А, не берет? Исправим. СВД. Ого, это что, оно простреливает? Да, это СВД. А, СВГ. Сейчас я тебе СВД. СМН. СВ-майонез. СВД-40. Да что ж вы не бережете себя? Зачем вы под пули лезете, балдец? Я знаю, тут есть щелочка, попробую пролить в нее. Не пролезешь. Я тебе не дам. Так, что у нас еще есть? Я его дам. Ты должен отдать. Не отдам, мое. Так. А, поломалась, да? Кабака вонючая. Давай, Димас, я открыл. Нет, закрыл. А ну открой, хоть на секунду, я заходить не буду. Не, я обещаю, не буду заходить. Ну вот, открыл. Не, ну твоя бабушкина калитка мне очень нравится. Механизм хороший. А что ты так сделал необычно? У тебя какая-то уже это... Ну, сразу видно 2021 год на дворе, да? Киберпанк. Эй, я сейчас позову своего друга. Какого друга? У тебя нет друзей. Куда ты лезешь, ты, блин? Серега, если я нажму одну кнопку? Ну и нажал-то, нажал, чтобы убить. Ладно, 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 я понял, вы очень злые. Так, у нас очень классных много аниматроников, даже не знаю, каким взять. Так, давайте возьмем... Вот, у нас есть вот этот классный аниматроник. Ой, что-то взял он там. А, ты этого взял? Так он вообще бесполезный. Ты куда стреляешь? А, вон он. Я открываю, заходи. А, нет. Бесполезный? Бесполезный? King of Fire получил, пощам. А ну давай, отодвигай еще щелочку. Вот. Я сейчас отодвигателя убью. Ах ты, говно. А я присел. Я присел такой, знаешь, как будто 7-ки есть. О, Серега, хочешь, я тебе покажу человека, когда сильно устаешь? Давай. Смотри, внимание, не стреляй, не стреляй. Просто внимательно смотри на меня. Я устал, хочу домой, школа, уроки. Ну-ка, выходи, подлый. Выходи, подлый трус. О, как тебе этот челепиздрик? Ууу, это что за кабака такая зубастая? Фу, ну и страшный, а? Нравится тебе этот морда? Ну и у тебя рожа, а? А, фу. Так, подожди, у нас еще есть тут кто? О! Ой, а что это за ляжки показывают? Не читери, вонючий читер конченый. Да, Фокси вонючий. Открыл. Заходи, Димас. Бегу, бегу, бегу. А, я застрял. А, вот закрыл. А вот открыл, закрыл. А вот опа, открыл. Есть, вот, есть. Открыл. Серега, сейчас тебя убью. Давай. Ну ты, давай, подвигай лучше свою точную решетку вонючую. Троллю Димаса. Да что вы встали здесь? А, я сейчас тебя затроллю. Кстати, у меня есть аниматроник, который может твои ворота сожрать. Нельзя. Ладно, давайте сначала сожрем бабушкину калитку напоследок, а эту сожрем сразу. Смотрите. Чпоньк. Чпоньк. Не в моем офисе. А чем ты стреляешь?
Админской жопой. Админская жопа? Да. Ах ты, админская жопа. Эй, чё меня зажало куда-то? У вас ворота летает на полкарты. Слышь, пора простреливать. Эй, куда ты? Так оно не убивает. Так он же ж не дамажишь. Ты как я, дурачок, ржёшь, что ли? Дурака собрать. Привет, идиот усы. Два дебила это сила, третьего не хватает. Кто у нас третьим будет? Кингафайр, давай ты. О! О! Тихо. Настрое. Я слышу, как он ходит где-то. Ой, не ту кнопку нажал. А, он Фокси взял с этого. Нет, это не Фокси. Это либо Фокси, либо Фредька. Это Фредди. Либо Чик. Ага, крячка. Есть, видел крыс? Ой, крячку. Крыса у тебя. Крыса у тебя между... Ой, это не та пословица. Крыса у тебя между пальцев. Ой. Слышь? Я сейчас возьму Серега аниматроника, который бьет на расстоянии. Давай. А ты думаешь, что? Я не возьму? Ты возьмешь. Я уже это сделал. Ждем. О, давайте возьмем. Камеру поближе. Идет убийца псих. Так он притих. Что-то Дима притих. Это было реально жестко. Это не на расстоянии, это на радиус, блин. А. Да это, конечно, да. Ты взял себе опять админский пистолет? Нет. Я взял кое-какую другую фигню, сейчас увидишь. Стой. Слышишь? Да. Ах ты читер вонючий, ты взял петуха. В невидимке сидел. А как ты спалил меня? Ты просто рандомно стрельнул? Да, рандомно. Вот так раз, вот так два. Думал, ну, здесь можешь сидеть. Вот так три. Вот так четыре. Ну что, давай, ПВП, последняя битва. Последняя битва? Да. Сейчас. Сейчас будет тебе последняя битва. Давай. Найду только вот эту пушечку. Так, Серёга. Давай, я готов полностью к любой стычке, даже вам сделать засаду, чтобы вас всех убивать. Сириусом, давай только без невидимки. Хорошо. Так, давай, жду внимательно. А как тебя так заморозил? Я же нажимал удары там. А ты на радиус бьешь. И чтобы тебя наказать, Димас, я сделаю вот что. Серега, ну пожалуйста, не взрывай горисмот. Аллах Акбар! Если понравилась эта серия, вы хотите еще? Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк по ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!